Прабудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой молитве с нами. Да благословит вас Бог и всю вашу семью. Мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте поговорим с Богом сейчас. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве, мой Бог. Мы прежде всего хотим благодарить Тебя за дыхание жизни. Мы хотим благодарить Тебя, мой Бог, за Твою заботу о нас, за здоровье, за нашу семью, за все, что Ты даешь нам. Спасибо Тебе, Господь. Каждый день мы начинаем с молитвы Тебе. Мы верим в силу молитвы, верим, что Ты нас слышишь и нас благословляешь. И поэтому, Господь, мы хотим сейчас отдать Твои святые руки сегодняшний день. Мы просим, Господь, иди впереди каждого из нас. Да, мой Господь, защити нас, не позволь, чтобы мы впали в искушение, но поставь Твоих ангелов вокруг каждого из нас и защити нас, мой Бог, от всякого плана зла. Защити нас, мой Бог, от всего, что не от Тебя. Защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей. Мы просим во имя Господа Иисуса. Мой Бог, Ты знаешь все наши вопросы, все, что нам нужно решить сегодня, все проблемы, все, мой Бог, Ты знаешь, наши планы. И поэтому мы просим, Господь, у Тебя, дай нам мудрость, чтобы на сегодняшний день мы могли принимать правильные решения, чтобы мы могли поступать по вере, не сомневаться в Твоей силе, в Твоем слове. Дай нам, мой Бог, направление, чтобы мы могли все делать по воле Твоей, Господь. Мы доверяемся Тебе, знаем, что Ты нас не оставляешь, что Ты, мой Бог, всегда с нами и нам помогаешь. Все мы отдаем Твои святые руки во имя Господа Иисуса Христа. И также, Господь, мы сейчас молимся за нашу страну. И мы просим, благослови, Господь, Кыргызстан. Исцели нашу землю. Благослови, мой Бог, и защити каждого, мой Бог, человека, который живет в нашей стране. Мой Господь, пусть появится у людей желание Тебя познать, ходить в церковь, искать Тебя. Мой Бог, да будет исполнена в нашей стране воля Твоя. Во имя Господа Иисуса Христа мы провозглашаем это. Мы также молимся за правительство, молимся, мой Бог, за президента и за всех людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай им мудрость, дай им направление, чтобы они могли успешно и правильно управлять нашей страной. Мы провозглашаем, Господь, что в этом новом году наша страна будет прорываться, будет процветать. Мы провозглашаем, мой Господь Иисус, по вере, что в этом году мы увидим развитие Кыргызстана. Кыргызстан, Твоя земля благословенная. Мы благословляем Тебя во имя Господа. И все, мой Господь, мы отдаем Тебе. Кто верит в эту молитву, скажите «Аминь, да будет так».
Слава Богу, дорогие друзья, я уверен в том, что Бог уже услышал нашу молитву. Он уже с нами, Он благословляет уже сегодняшний день. Вот этот день в Божьих руках, поверите в это. Хорошо? Я хотел передать вам слово. Каждый день мы передаем вам направление о том, что написано в Библии, чтобы вы могли практиковать. Вот что написано здесь в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, в 5 стихе. В Библии написано вот так. «Я есть, Иисус сказал, я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Сильно, да? Что это означает? Это означает, что когда Бог в нас и мы в нем, и это возможно через послушание Его Слову, мы приносим, наша жизнь приносит много плода. Когда Иисус говорит, ибо без меня не можете делать ничего, Он и здесь обращает наше внимание на то, что наша победа придет не от человека, придет от Бога. Когда вы, кто собирается поехать на работу, кто поедет в город по делам, кто останется дома, вы будете убирать дом, вот я благословляю вас и провозглашаю, что сегодняшний день будет успешным для вас. Не забудьте, ваша победа придет от Бога. Он вас благословит. Прибудьте в нем, и Он направит вас к победе. Хорошо? Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра вы можете присоединяться и молиться с нами каждый день в этой трансляции. Я приглашаю вас. Кстати, откуда вы участвуете в этой молитве? Напишите в комментариях. С какого города, да, вы участвуете в этой молитве с нами? И также, если вы можете и хотите, добавьте вот эту фразу в комментарии ваши. Вот. Я в Боге, и Он во мне. И a жизнь будет приносить много плода. Провозглашайте это, потому что это точно то, что произойдет в вашей жизни. Хорошо? Да благословит вас Бог обильно. Всего вам хорошего. Хорошего вам дня. Идем вперед. Бог, Он с нами. С Богом. Господь, перед Тобою мой путь и жизнь открыты. Потерян я и слаб. Прости меня, Тебя прошу. Я знаю, недостоин. Ошибся я. Но